Привет, вы на канале «Красивый бизнес», и сегодня я хочу представить на обзор каталог компании «Юнайс», который будет действовать с 29 октября по 18 ноября. Итак, поехали смотреть. Вот так у нас выглядят первые странички каталога. Идет вот такая вот супер цена на тушь. Это новая водичка у нас, которую представляет украинская певица Катерина Бужинская. Дальше идет акция. Любые две водички по 120 гривен. Эти ароматы идут по обычной цене. Кстати, довольно неплохие ароматы по такой цене, очень-очень круто. На мне держится от 6 часов, так что я считаю, прекрасный аромат. И здесь вот мега распродажа, аромат у нас за 99 гривен. Очень хорошая вот эта вот серия, тоже по 109 гривен идут ароматы. У меня есть аромат из этой серии, аналог Жидор Диор. Классный, просто потрясающий аромат, очень-очень нравится, всем советую. Дальше идет еще один аромат по супер цене, 249 гривен. Тоже хороший аромат, во флаконе в виде туфельки, классные, очень стойкие. Вот такие вот парфюмы у нас. Тоже супер цена на ароматы 349 гривен. Фантелла у нас аналог Монтале водички. Тоже очень-очень-очень потрясающие. У меня брали аромат The One. Очень-очень хвалят, довольны. Вот. И также брали Жедор. Аналог Жидор, вот он, Дори. Цена таких ароматов 765 гривен, но можно их и поймать по более дешевой цене, по акциям, по скидкам. Или зарегистрироваться в компанию, взять аромат со скидкой от 25 до 33%. Вот такой у нас идет аромат. Супер цену на серию от Натальи Карпы. Серия по уходу за волосами. Это наш директор по... Национальный директор Юнайс Украина Светлана Мискевич. Вот такая вот палеточка теней, тоже классная. Видеообзор на этих палетки у меня есть на канале, можете посмотреть. Очень-очень красивые цвета, хорошая цветовая отдача, пигментация прекрасная просто. Карандашики тоже у нас очень хорошего качества, они не ломаются при заточке, очень хорошо отдают цвет. Супер цена тоже у нас на туши. Вот эти туши тоже есть в видеообзорах. Можете посмотреть. Классная тушь. Мои клиенты, я довольны. Лаки у нас идут по супер цене, любые лаки по 29 гривен. Если два штуки покупаете, то каждая обойдется вам 29 гривен.
Классное предложение. Салфеточки у нас идут, спонжики и крем для рук. Вот, тоже классный крем, крем с муцилом улитки. Замечательный крем, хорошо увлажняет, омолаживает кожу. Очень хорошие отзывы на этот крем. Тоже хочу, собираюсь взять, попробовать, чтобы уже непосредственно более точно дать вам информацию. Но в интернете прямо пестрит о том, что крем Юнай с муцилом улитки очень здорово, хорошо помогает нашей коже. Серия по уходу за нашими волосами. Еще не пробовала, тоже все впереди, буду пробовать. Скраб из этой серии мне очень-очень понравился. Он настолько мягко, настолько деликатно очищает вашу кожу. Советую всем. Очень потрясающий, классный скраб. Вот в этом каталоге он идет по 90 гривен. Хорошая, просто хорошая серия с чайным деревом. Я брала себе тоник. Он хорошо сужает поры, помогает очистить кожу лица от высыпаний, от покраснений избавиться. Понравилось. Классно, просто потрясающая серия с огурчиком у нас, с огурцом и мятой. У меня есть и маска, у меня есть пилинг, у меня есть очищающее средство. Всем довольна. Отзывы на эти продукты, на некоторые уже есть, а на некоторые еще буду снимать, только все впереди. Тоже недавно приобрела себе черную маску. Скоро, в ближайшем будущем, буду тестировать. И видеоотзыв тоже будет на нее. Вот, тоже классные крема, потрясающее увлажнение. Потрясающе питает вашу кожу. Очень довольна. Я попробовала, у меня крем с алоэ. Вот, в дальнейшем буду тестировать, скорее всего, крем с макадамией. Настоящий скраб написано, мыло скраб. Это у нас, насколько я понимаю, новиночка какая-то будет 70 гривен. Скраб для тела у нас будет идти 200 гривен. Тоже интересно. Надо попробовать. Дезодоранты. Вот такой у меня сейчас. Я пользуюсь сейчас таким. Очень приятный аромат пиона. От пота защищает хорошо.